Оказывать поддержку стартапам, которые используют в работе блокчейн, будет Швейцария. Об этом говорится в опубликованном обращении швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками – FINMA. Выступая за регулирование на государственном уровне криптовалютной сферы деятельности, FINMA одобряет торговлю криптовалютой и проведение первичного размещения монет токенов. В документе выделены три группы токенов. Одни предназначены для доступа к сервисам, другие – для использования в качестве платежных средств, а третьи приравнены к ценным бумагам. В обращении подчеркивается важность криптовалют в привлечении капитала и инвесторов, при этом необходимо особое внимание уделять борьбе с криптовалютным отмыванием денег.